Наш детский сад был основан в 1936 году. После сноса и нового строительства был вновь открыт в 2008 году. И наша мечта осуществилась, так как я всегда хотела, чтобы дети были в едином образовательном пространстве. Дети с ограниченными возможностями здоровья и наши обычные детки. Это у нас и получилось. Переступив порог нашего детского сада, вы окажетесь в ярком, неповторимом мире детства, в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни вашего малыша. Для занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровая зона, оснащенная теневыми навесами, беседками, лесенками, качелями, песочницами и другими игровыми формами. Наш детский сад – дошкольное учреждение, в котором осуществляется воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая работа с детьми. Теплая домашняя обстановка – основа развивающей среды нашего детского сада. Комфортные бытовые условия, занимательные игрушки и развивающие игры, в которые можно поиграть с друзьями, способствуют хорошему настроению малыша, а значит и его успешному развитию. Музыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, одно из самых эффективных средств воспитания детей. Главная цель музыкального развития в нашем детском саду – овладение действиями, навыками и умениями в области восприятия музыки, пения и движения. Музыкально-ритмические движения помогают детям наиболее полно воспринять музыкальное произведение, музыкальный образ. На каждом занятии используются все виды музыкальной деятельности – пение, движение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах. В детском саду также имеются помещения для проведения коррекционно-развивающих занятий, которые посещают дети из массовых групп и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для работы в сенсорной комнате подобраны специальные игрушки, дидактические материалы в соответствии с программными требованиями сенсорного развития ребенка. В игровой комнате проводятся коррекционно-развивающие игры с использованием дидактических материалов для работы в малом пространстве. В нашем детском саду в рамках лейкотеки проводится развитие интеллектуальных, познавательных возможностей каждого ребенка с учетом индивидуального и дифференцированного подходов. Для наиболее успешного развития психической и двигательной сфер ребенка используется система SoundBeam. Задействуя систему SoundBeam, мы можем использовать большое количество музыкальных инструментов, музыкальных ладов и звуковых эффектов, так как SoundBeam работает при помощи ультразвуковых лучей и прочих сенсоров, таких как педали для извлечения музыкальных композиций и звуков окружающей среды. Посредством этого можно воспроизводить музыку, просто двигаясь в пространстве. Наш детский сад – идеальная среда для полноценного и всестороннего развития вашего малыша.